Управляющий Международным финансовым центром Астана МФЦА Кайрат Калимбетов сообщает, что в будущем территория Экспо, где будет размещен центр, станет криптодолиной. У этого слова есть такая в некоторых кругах экспертов негативная коннотация, да, то есть есть разные типы офшоров. Больше нам нравится слово «мидшор». Мы с самого начала сказали, что мы, как и вся наша страна, будем присоединяться ко всем нашим инициативам. Центр создан по инициативе президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, и его статус будет закреплен в Конституции Республики. Помимо этого, Назарбаев поручил госаппарату искать стартапы, которые будут давать такой же результат, как криптовалюты Ethereum, NEO, Dash и Ripple, так как на сегодняшний день самый продвинутый проект в стране, парк инновационных технологий Алатау, в год приносит прибыль в 20 миллиардов тенге, что намного меньше прибыли Ethereum. Самый продвинутый наш СЭС ПИТ Алатау за 16 год имел выручку 20 миллиардов тенге. Мы говорили, как это хорошо. Это меньше эфириума в 38 тысяч раз. То есть я это все рассказываю не потому, что себя раскритиковать. Я говорю о том, что каким целям мы должны стремиться в целом. Создавать надо такие стартапы в Казахстане и запускать их. Отметим, что недавно в Астане состоялась официальная презентация бренда платформы CrowdSale Network, где участники мероприятия более детально ознакомились с планом развития проекта. Основатели платформы уверены, что смогут реализовать социально важные и инновационные проекты, привлекая инвестиции с помощью криптовалют. Напоминаем, что ICO платформы CrowdSale Network пройдет с 17 по 30 ноября 2017 года.